Работы по реконструкции хоккейной коробки стартовали около недели назад, но за это время сделано уже многое. Рабочие возвели здание, в котором разместятся комфортные раздевалки старшей и младшей групп, и приступили к благоустройству территории. Также начались работы по возведению фундамента для крытых трибун. Они будут вмещать около 100 человек. По периметру хоккейной коробки будет установлено ограждение. Спорту в сельском поселении Горское уделяют большое внимание. Местные спортсмены добиваются высоких результатов во многих соревнованиях. Сейчас в Одинцовском районе проходит Олимпиада по хоккею, и дворовая команда «Горки-2» вышла в финал соревнований. Ребятам предстоит сразиться с соперниками из Одинцова. Это противостояние стало уже традиционным, как в хоккее, так и в футболе. Мы надеемся, все-таки село и город – это очень две большие разницы. Но, тем не менее, наша команда хоккейная находится в достойном положении сегодня, поэтому мы будем очень-очень за нее болеть. Одним из плюсов обновленной хоккейной площадки станет ее многофункциональность и всесезонность. Предполагается, что зимой здесь также можно будет кататься на коньках, а летом играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Для этого спортивный объект оснастят современными кольцами, сеткой и небольшими воротами. На реконструкцию спортивной площадки из бюджета поселения выделили почти 10 миллионов рублей. Все желающие смогут посещать ее бесплатно. Если нам некуда будет давать детей, не будет дворовых площадок, не будет спортивных сооружений, в которые мы вовлечем как можно больше детей разного возраста, то профессиональным клубам неоткуда будет просто черпать кадры. Их негде будет брать, потому что дети не занимаются ежедневно в своей жизни, выходя во двор тем или иным спортом. А для нас это очень важно. И звезды НХЛ, олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, они не становятся сразу. Они начинают все с дворовой площадки. Любые чемпионы, которых мы знаем, нашей страны и всего мира, начинают со своего двора. С хорошей инфраструктурой. В сельском поселении Горское старается активно развивать спортивную и социальную инфраструктуру. Хоккейная площадка, большой стадион, детский сад с бассейном, новая школа, строительство которой не за горами. Власти района считают, что другим поселениям следует брать пример с Горского, работая по социальным направлениям. Екатерина Старосветская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».